Нас окунут. Автор Хильда Домин. Из этого стихотворения в тексте на странице 70 несколько раз приводится цитата, чтобы все более поврежденными и все более исцеленными снова и снова нас отпускали к самим себе. Нас окунут и омоют водами потопа. Мы промокнем до самой оболочки сердца. Желание пейзажа по эту сторону границы слез не годится. Желание сохранить цветущую весну, желание остаться в пощаде не годится. Годится просьба, чтобы голубь на восходе солнца принес ветку оливкового дерева, чтобы плод был таким же цветным, как и цветок. И еще чтобы листья розы образовывали на земле сияющую крону. И чтобы нас из потопа, чтобы нас из логова льва и из печи огненной, все более поврежденными и все более исцеленными, снова и снова отпускали к самим себе.